Здравствуйте, дорогие мои зрители и подписчики. Ну вот, первые всходы. Замочила я семена помидоров 2 марта. 5-го первые проклюнулись. И я их вот в этот стаканчик разложила. Когда раскладывала, поняла, что это не такое простое занятие. Росточки маленькие, хрупкие. Семена спичкой не возьмешь, зубочисткой тоже. И, ну, вот эти я разложила, постаралась. А эти даже не стала ждать, пока не проклюнутся. И сразу их разложила по стаканчикам. Вот так. Это было легко и быстро, и просто. Накрыла их пакетом и поставила на батарею. Они быстренько там зашли. Тепло, хорошо. Но утром я уже их выставляю на подоконник. Вот там солнце, у меня солнечная сторона. Ну, короче, вот так. Сегодня утром я их сфотографировала, как они выглядели. Все любят солнышко. Ну, а потом они еще постояли там на подоконнике. Я их вынесла в теплицу погулять. Уже после обеденное такое, чтобы солнце, ну, чтобы не обгорели сразу. Ведь нельзя на яркое поставить. Вот, завтра еще вынесу и так постепенно приучу. А потом, когда уже появится первый такой настоящий лист, тогда буду делать пикировку. А я с вами прощаюсь. До свидания.